Здравствуйте, дамы и господа, и у меня для вас последние новости из мира российского шоу-бизнеса. Увы, сегодня еще одна трагедия. Мы потеряли замечательную молодую актрису, молодого режиссера и просто красивую девушку, которая очень хотела жить. Для героини нашего видео, как говорится, все дороги были открыты. Ее звали на съемки в известные сериалы, художественные фильмы. Ей интересовались именитые режиссеры. И она, почувствовав страсть к кинокарьере, стала совмещать роль актрисы и роль режиссера. Но, увы, все хорошее для нее закончилось в 21 год. Нашей героине поставили страшный диагноз. Болезнь стала быстро прогрессировать, актриса не могла сидеть, ходила с помощью других, стала сильно терять веси, ей стало сложно говорить и даже дышать. Операция стоила немалых денег – 4,5 миллиона рублей. К счастью, эту сумму собрали, но, увы, ее собирали очень долго. Если бы операцию сделали хотя бы месяцем раньше, наша героиня осталась бы жива. Сегодня врачи московской клиники сделали последнюю попытку спасти ее. Они вели ее на несколько часов в медикаментозную кому. И в этот момент попытались ввести ей специальную вакцину. Но, увы, к сожалению, чудо не случилось. Сегодня вечером ее не стало. Уважаемые зрители, буквально несколько минут назад ушла из жизни очень молодая, очень красивая, талантливейшая российская актриса и режиссер, 29-летняя Мария Галкина. Мария Галкина 3 года боролась со страшным диагнозом – спинально-мышечная атрофия. Ей помогали федеральные каналы, ей помогала передача Андрея Малахова. Но, увы, слишком поздно.